Привет-привет! Сегодня мы с Сашенькой будем делать нашего второго лизуна. Из трех компонентов нам нужен будет вот такой клей ПВА. Купили мы его в фикс-прайсе. Пена для бритья. Тетраборат натрия. И какой-нибудь краситель, если вы хотите, чтобы ваш лизун был цветным. Открываем клей ПВА. Да. И выливай вот сюда, вот в тазик все. Выливай. Мы вылили 4 баночки клея ПВА. Теперь берем пену для бритья и... Ой. Ой. Много-много-много пены. Так, и перемешиваем. И теперь, если вы хотите, чтобы ваш лизун был каким-нибудь цветом, нужно добавить красителя, но у нас красителя нет. Мы возьмем обычный маркер и выдавим из него. Мабай! Мабай! И у нас должен получиться он красивого розового цвета. Маркер у нас тоже из фикс-прайса. Можно сказать, у нас почти весь лизун из фикс-прайса. Пена для бритья, клей и маркер у нас оттуда. И перемешиваем. Мы перемешали клей и пену для бритья. Теперь добавляем самый главный компонент, благодаря которому получается лизун. Потихонечку начинаем добавлять тетраборат натрия. С ним главное не переборщить, а то у нас получится не лизун, а кирпич. Реакция уже началась сразу. Смотрите. Масса начинает загустевать. Вот такой лизун у нас получился. Чтобы он не прилипал к рукам, нужно водичку добавить соды и немножко его, смочить. И тогда лизун не будет липнуть к рукам. Сейчас дам. Вот лизун совсем не липнет. Лизун получился очень классным, очень приятный на ощупь. Смотрите, как он растягивается. И совсем не пачкает руки. Вот такой крутой лизун сегодня у нас получился. Пока мы ставим ему 5 баллов из 5. И это самый лучший лизун, который мы сделали. Будут еще. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Пока-пока. Я снимаю в YouTube.